О чрезвычайных происшествиях в регионе. Ночью 24 мая поступило сообщение о пожаре гаража на улице Невского в Лиде. По указанному адресу направились подразделения МЧС. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что строение горит изнутри. Огонь уничтожил находящийся в гараже автомобиль «Opel Zafira», повредил потолок, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. При пожаре в гараже важна каждая секунда. Из-за наличия большого количества горючих материалов огонь распространяется молниеносно. Обнаружив возгорание, незамедлительно вызывайте спасателей по номерам 101 или 112. Пока они в пути, постарайтесь обесточить гараж. Если такой возможности нет, отойдите на безопасное расстояние и ожидайте прибытия подразделений МЧС.